национальная идея России. Государственное устройство. Во главе государства стоит правитель, обладающий наивысшими человеческими добродетелями. В переходный период создается образовательное учреждение, в котором преподают и обучаются наиболее нравственные и сознательные члены общества. Из их состава со временем формируется управленческий аппарат и выбирается глава государства. Чиновники. Никто не имеет права служить народу страны, если не обладает достаточными для этого добродетелями. Все достояние и природные богатства принадлежат государству России. Никакая частная компания не имеет права заниматься добычей полезных ископаемых и получать прибыль от этого. Достояние России используется для процветания государства и всех членов общества. Права. Все русские люди имеют право на бесплатное высшее образование. Начальное и среднее образование являются обязательным. Все русские люди имеют право на бесплатное медицинское обслуживание. Все русские люди имеют жилье. Разница в качестве жилья определяется трудовым вкладом человека в общее благо всего общества. Все русские люди имеют социальное обеспечение в старости. Люди, не считающие себя русскими, не имеют перечисленных благ и проживают на территории страны благодаря милосердию ее людей.